Всем здорово, ребят. Ну что, решил я сегодня подкачать на немочке имбу. Единственное, забежал еще, забрал здесь плюшки. Вот посмотрите внимательно, какие плюхи за десятку, да, там божество, огник. Ну, реально офигенные плюхи. Дама холода, да, это мы еще не все плюшки забрали. По героям сейчас тоже заберем, в аккумуляцию зайдем. Нормально, по плюхам. Еще дополнительно вот так вот. Ну, реально кайфово, чем английский сервер. Мне и нравится. То есть можно за 10 баксов собрать половину этого аккаунта. Так, с купоном мы тоже забрали плюшки. У меня был купон. Поехали. Посмотрим, что у нас тут есть. Цены у нас хватает. Давайте сделаем change. А тут вряд ли мы уже что-то вытащим. Ну, ребята, ну это просто можете поставить по лайку. Минус 90. Это реально круто. Ну, конечно, мы заберем донатные. А, даже сделаем вот так вот. Делаем раз, 10 камешков, 30 этих. Так, тут у нас падает. Заберем 2 донатных карты. Ну, реально круто, это реально фан. Минус 90. Невероятно, вот это реально невероятно. Удача, я уже не думал, что мы там что-то вообще заберем. Поехали сюда, у нас тут попытка должна быть. Токи нам не дала. Так, поехали сюда. Тут я хотел забрать плюшечки. Такс. У нас тут последний день. Все, кристалл боксы забрали. Теперь мы можем забрать полностью все. Ну, с этих плюх я вот так вот сделаю. У меня все герои есть, в принципе. Странно. Забрал. Вот прикол, да? Я покупал, и мне сейчас тупо типа не дает. Что за прикол? Я попробую перезайду. Или там, по-моему, в конце, ну, вроде писали же, что там в начале тоже подходит. Короче, разводняк какой-то опять. От IGG. Да, в дискаунте, конечно, нам круто повезло. Не дает, видите, пишет HRS Games on my site order. Короче, чтобы открыть, охренеть. Может, завтра обновится, хрен его знает. В общем, напишите, кто бегал, а то я толком их никогда не забирал. Такс. Забираем эти плюхи, которые есть. Так. Что тут у нас еще? Остров нам не нужен. В принципе, у меня уже... Так, накопление мы забрали. А, у нас еще скин подкачать можно вроде какой-то. Так, ну вроде здесь все. Странно очень. А, кстати, давайте попробуем здесь. Здесь у нас тоже есть по 10. Может, нам подфартит.
Мастер 30, Лаваника 20, Фрейка, Обушка, Лазуля, Обушка. О, мисс магия еще плюс 10, отлично. Хоть не зря. Лазуля. Так, и того у нас мисс магия. Это единственный герой, которого я еще не дособирал. Где он? 130. Он, она. А, так, окей, поехали на немецкий сервер. Да, с шариками, конечно, какой-то прикол или прокол, не знаю. Вроде говорили, что можно забирать и до, и после. Странно очень. А, так, немочка. Немочка у нас сегодня. Что там у нас по квестике? Я показывал, я здесь качнул. О, отлично. Я качнул, точнее, я получил в прошлый раз Феникса, я решил его сегодня подкачать, сделать ему эволюцию, потому что мне он нужен будет дальше и на PvP локациях, в принципе, на фарм локациях. Ну, Фен один из тех героев, который реально тоже очень-очень крутой, и мне надо еще, походу, таблетка будет одна. Для того, чтобы его поставить шестая, будем над этим думать. Лисица у меня довольно-таки неплохая, а вот его надо еще подкачать. Будем пробовать. У меня, в принципе, на него нормальная сборка. Единственное, надо оживу будет найти. Но у меня ремки нету, поэтому у меня вариант пока только такой. Так, нету. Бомжуем, короче. Миллион кулаков. Вот чем мне нравится немка. Два дня плюс 400к. Ну, я сделаю десятку, потому что хочу, чтобы он уже был такой более-менее максимального лавала. Так, 21 тысяча. Поехали. Там-там-там-там. Так, плюс 100 самого отсюда. Скин, как видите, у меня есть, все есть. Единственное, вот это один из тех героев, которых мне не хватало. Единственное, кого мне надо еще, это Космо. И тогда на этом аккаунте вообще будет все жирно. Ну, Мэри, я думаю, я надеюсь, я дособираю в ближайший месяц. Может, быстрее, все зависит от того, как будут запускать здесь фонтан. С Мэри, ну, довольно-таки неплохо в последнее время его запускали, мы оттуда часть собрали, сейчас я нафармил, в общем, будем пробовать. Ну и надо, скорее всего, мне будет фармить пока КБшку, чтобы достать ремку хоть одну, хоть пятую, потому что у меня куча воодушек, куча всего, а ремки на аккаунте, к сожалению, ни одной, просто тупо ни одной. Это реально печально. 1300 книг, супер. Вот чем мне нравится. Сейчас акции, сейчас реально без донатов в кайф. Можно вот собирать героев, можно собирать плюшки без всякого доната. И просто надо заходить, попадать на акции. Ну, конечно, все зависит от сервера, на котором вы играете. Например, на немке мне здесь вообще в кайф по плюшкам. Как и многим, не заморачиваться. Так. Блин, где бы мана еще столько найти? Ну, в принципе, я сейчас с феном, я сейчас его докачаю, мне будет намного проще это все фармить. Он плюс лисица закинул, и уже полбазы ушатали. Так, съесть, да? Поехали дальше. Добиваем. Делаем вторую эволюцию. КГшки тоже, как видите, с сундуков получил. В общем, с прокачкой с прокачкой героя вообще сейчас проблем, как по мне, у бездонатов нет. Если раньше и донатом было сложно качать эволюции там и прочее, сейчас это все намного проще. Сейчас единственная заморочка — это может быть прорыв скилла. Все. А вот так, в принципе, собрать героя плюс-минус без донату
Можно налегке. Единственное, блядь, у меня что-то сундуки, я не могу понять. Надо будет с ними разобраться. Что с ними такое? Все, доводим вот так вот. Можно даже, в принципе, и прорыв будет прокачать. Давайте сделаем ему нормальную аугментацию еще. Конечно, сила поднимется. Уже 130к почти. Дофигище, честно говоря. Не хотел я особо, конечно, и поднимать силы. Я уже показывал, у меня уже окники на первых этажах вылазят. Но ничего не поделаешь. Так, крит. Немножко не то, что хотелось бы. Атака. Блин, печалька что-то. Сейчас все потратим. Ой, точность была, надо было оставлять. Короче, на жизнь будет собран. Ну тут, конечно, печаль. За ордена ролить, это, наверное, убийство. Отсюда пятерку вытащить. Надо будет очень долго мучиться. Так, четверки есть. А, давайте что? Давайте его попробуем затестим. Мастера рун я уберу, попробую его поставить. Сейчас единственное еще попробуем ему немножко скилл подкачать, чтобы так пожирнее он был. Думаю, это поможет. Хоть немножко. Ну, теперь надо копить, надо скин на огника достать. Блин, плюс надо еще какого-то донатного героя однозначно сюда. Ну, хотя, если у меня Мэри будет собрана, то, в принципе, единственное, кого надо будет здесь, это Барт. Тогда уже точно битву гильдии можно будет не париться. Ну, и питомцев надо попрокачивать. А, так, есть. Отлично. Ну что, поехали, сделаем первый тест. Давайте хоть какую-то эмблему сюда засадим. Хоть что-то. 61. Чем мне нравится, единственный варик, где он может слиться, это этот. Это отражалка сразу при включении. Все. Ну а так, в принципе, с помощью его будет однозначно проще фармить сейчас. Так вот закинул всех раз и 93% при дырочке и не паришься, очень быстро. Плюс можно еще на лисицу поставить, у меня там тоже ремка стоит, чтобы лис сразу включался. Для PvP локации, я считаю, у меня вообще топчик. Еще, конечно, космо не хватает, вообще будет тогда песня. Вот видите. Просто тупо ушатались. Так, ну вот так вот, такие вот дела, будем пробовать теперь копить самоцветы дальше. Я, в принципе, так в основном все потратил. Еще надо будет выролить. 527 коробок у меня есть, но я пока не спешу. Ой, отлично вообще. Вообще огонь. И дальше будем трешивать. Все, всем удачи, всем пока.